точнее, в ноль минуты, ноль часов запирают свои двери на тяжелый засов. Все рестораны и кафе, и только люди в галифе встают у входа и запускают злых собак в универмаг, гостиный двор, чтоб видел каждый хулиган, каждый жулик и вор, чтоб даже если он хитер, он чего доброго не спер. Добро народа. Официанты из Садко спокойно едут домой, и в их багажниках трясутся рюкзаки со жратвой. Они не курят натощак, и за спиной у них филфак, а может ГИТИС. И у метро о чем-то спорят герои кабаков. Их давно пора разнять, да только нету дураков. Бойцы милиции молчат, и только барышни кричат: остановитесь. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время. Блестит нездешними огнями очень модный отель. Он неприступен, словно крепость, словно цитадель, поскольку охраняют вход, как засекреченный завод, и даже строже. Стоят полковники в отставке у стеклянных дверей. Пора бы фотоэлементом заменить этих парней. Чтоб было так, заходит враг, и электрический кулак ему по роже. Зато Алиса и Лариса внутри уже давно, и скоро Джона или Криса, что в общем все равно, возьмут тихонько за хомут, посадят в тачку и свезут домой к Марине. Им тоже хочется иметь последние моды шелка. Выходит, нужно все успеть, покуда грудь высока. И значит, принцип этих дам, все флаги в гости будут к нам, вполне невинен. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ленинградское время, ленинградское время, ленинградское время.